Ивановская область успешно осваивает федеральные деньги, особенно в сфере здравоохранения. И это приносит положительные плоды. Несколько дней назад было объявлено о первом бонусе Ивановской области в размере 139 миллионов рублей. Не прошло и недели, как появилась информация о том, что к этой сумме добавлены еще 119 миллионов. И это очень кстати. С тем, куда потратить эти деньги, руководство региона уже определилось. В первую очередь средства будут направлены на обновление автопарка скорой помощи. Мы будем приобретать 40 автомобилей и 4 реанимобиля, которые, безусловно, нужны для области. Потом, безусловно, вложим эти деньги, полученные в виде двух бонусов, в ремонты, реконструкцию ряда наших лечебных заведений, которые еще не приведены в соответствие с нормативными требованиями. И приобретение также будет осуществлено за эти средства оборудования для еще целого ряда наших учреждений здравоохранения. То есть это еще один серьезный будет этап в реализации программы модернизации здравоохранения на территории области.